Всем привет, дорогие зрители, с вами Чокопаев, и исходя из прошлой статистики видео, вам длинные видео не нравятся, как я понял, и поэтому видео будет такое же, как и позапрошлое, то есть где-то минут 16-15. Короче, все, начинаем без лишних слов, загружаемся. Так, остановились мы на миссии какой-то там... По-моему, мы экскорт делали какой-то там хуйни. На последней херне я за этот запнулся, и все. Охуенно я объясняю. Какие-то звуки игры тихие, ну там, посрать. Что с грузом этим, блядь. Я забыл, как называется. Ну, вы поняли. Сейчас мы тогда едем на миссии Дональда Лава и будем заканчивать постепенно его миссии. Да, кстати, как вы поняли уже в начале видео, сказал, может быть, я даже вставлю, хотя, наверное, не будет лень, исходя из прошлой статистики, а именно 2 лайка и 4 дизлайка, видимо, вам не нравится 30 и плюс видео. Значит, я буду их делать более короткими. Как хотите. Так, это все пропускаем. Дальше идем. Вот эта хуйня. В принципе, я примерно помню, где, когда, кто будет. Идем. Главное, чтобы никакой пидорас не врезался в него. Блин, у меня уже дым идет на патриоте, это плохо. Ну тогда вот так будем как-нибудь ехать. Аккуратненько за ним. Оп-оп. Да, блядь, еще кончен. Сука, водятел там какой-то даун. Группе сечь. Какие-то ключи переводят или что? Группе сечь. Я, кстати, почему-то хотел, точнее, не почему-то, я хотел установить свободную камеру в машине в GTA 3, но не знаю, с чем это связано, может, кто-нибудь в комментариях мне подскажет, но на Steam-версию почему-то обычно из интернета всякие плагины, изменения почему-то не устанавливаются. Я не знаю, опа, пидорас найден. Все, пошел нахуй. Кто? О! А, у меня бронированный от пуль. Патриот, я забыл. Так, сейчас еще, по-моему, один будет. Нет? Я на опережение сработаю сейчас. Все. И еще на углу, да, наверное, какой-нибудь будет. Да, блядь, ты че даун, сука. Ой, я плохо сделал, по-моему. А, нет, заебись, все. Хорошо, что он в тайминг так сейчас остановился. Давай направо сейчас, да, направо. Все. Так, че, люди. Я на опережение. Где он там? Ну нет, ну нахера ты заспавнилась там? Сука. Мы сейчас будем тогда... А, все, фух. А, я думаю, мы сейчас будем опять 2 часа плестись, так ты нахуй. Давай, ты где? Ну, блядь, ну как всегда. Посигналься в очко, нахуй, негр ёбаный.
Я вот так пристраиваюсь за ним. Охуенно у нас, конечно, кортеж. Че с камерой такой охеренный? Да все фактически оси посигнали, пидорас ебаный. Сука, заебал же. Ща вот так делаю уже быстрее. Ладно, нет, я только хуже сделаю. О, наконец. А. Ура. Как-нибудь я посигналю. Я просто думал, сейчас он перестроится, красавчик, но во втором ряду тоже есть машина. Опа, шашечку, давай, красавчик, поехали. Все, ура. Наконец-то, блядь. Мы не 10 километров в час будем плестись. Так, сейчас налево будут дауны, так что я сейчас вот так, оп. Подрезал его чуть-чуть, сейчас я напряжение сработаю. Надеюсь, там никто впереди него не заспавнится. Там сейчас будут челы работать. Такие. Так, ну тут тоже застопится, так что сейчас я аккуратненько, не ломая свой патриот, проеду. Аэропорт Франция Интелла какого-то. И вот тут сейчас будут дауны. Блядь, ты конченый клод, что ли? Попади. Да, бля, я ж в кружок попадаю ровно. Ёбаный шашлык. Куда я нажал? Неважно уже, блядь. Куда ты попёр, а, без меня? Стой! Ага, их двое. Стоять, нахуй. Чё за, блядь, сейчас было? Стоять. Почти, почти. Пошел на. Нет, 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 нет. Нет, нет. Все, красавчики. Приезжаем, бля, я пиздал, ебаный. Давай. Назад. Все, я надеюсь, блядь. Я же газировки за это. Давай. Он ночью сюда поехал. Все, ура, блядь. Пиздец, это была сложная миссия, конечно. Мы, кстати, на третьем острове, урам. Тут сохранения, наверное, нет никакого. Диктаксофон в садах. Вичата, и мы поговорим. О делах. Пиздец, раньше вот по этому говну общались. И раньше, походу, также смс-ки долго присылались. Давайте еще одну миссию сделаем. Будем заканчивать. Какой, я, кстати, не сказал, выпуск 17, я уже запутался. По-моему, 17, да. Опа! Блять. Надо сейчас сохраниться, чтобы этот патриот отреспавнить. И чтобы он целенький был. А то он сейчас разъебанный. О, как раз мост опустили. Давай, выжимаем. Соточку. Прибрежная долина. Да сейчас напрямик ебанем. Вон туда куда-нибудь. Опа! Или я полную хуйту сделал. О! Заебись. А, нет, пиздец. Нет! Пиздарики, комарики. Блять, тут так дом был недалеко. Ну-ка, он отреспавнится в этом, в тайнике этого чела или нет? Сейчас посмотрим.
Так, он где-то здесь, да, был, по-моему? Вот тут. Нет. Больше тут нет ничего. Пиздец. Нахуй тогда этот тайник существует? Одноразовый, что ли, просто получить этот патриот и все? Тогда это плохо. То, что я сейчас сделал. Ну, я, конечно, не буду заново ничего перепроходить. Миссия сложная. Вот это. По-моему, пока что одна из самых таких сложненьких. Потому что я хуйню несу. Короче, там хер. Все. Для этого сейчас тогда стингер этот возьмем. На нем будем кататься. Все, сохраняемся. Не знаю, кстати, что за второй слот у меня там, чем он забит. По-моему, я его... По-моему, у меня там сохранение на первом острове по угару было сделано. Нечаянно. Ну, ладно. Давайте добьем миссию Down the Lava. Там после эскорта, по-моему, еще одна-две миссии осталось. Как раз на следующую... Пиздец. На следующую серию и на эту будет, так сказать... Залетаем сюда и летим пиздрящим к Дональду Лаву. Оп-оп. Блять. На красные все пролетаем. Монок. Уроки бизнеса, мальчик. Если у вас уникальная прибыль, мы речо и живу попробовал. Че, даже если он и понимает реальную стоимость этого. Штурмовые отряды блокировали район вокруг моего товарища. Отправляйтесь туда, возьмите фургон, действуйте как приманка. Отвлекайте их, и он сможет сбежать. Че такие быстрые субтитры, блядь? Я понял только то, что нам надо действовать как приманка, и миссия называется Монок. А Монок, он, по-моему, для... Ну, типа, такая херня, которая ложно в охоте используется. Я это знаю из игры Wild Hunt. Ой, The Hunters, точнее. Там, типа, Монок — это такая херня, которая призывает всяких там петухов... И там оленей. Типа на их звуки. Но это не их звуки. Ну, короче, вы поняли. Здесь мост опущен? Да. А здесь там на третий, да? Ой-ой-ой. Я надеюсь, на третий остров. Здесь один FPS. Мин Стрит, ой, засмотрелся. Пиздец, ой, не советую туда ехать. Вообще, нам теперь пешком хуяри, где все машины? Ну, ходи нахуй из нее. Бабулита, блядь, аспиранта. Нахуй такая машина крутая. И чё? Надо. О, теперь я на этом фургоне буду. Ёб твою мать. 6 звезд. Охуеть. Блять, и чё мне делать? О, какие 6 минут, 3 минуты. Блядь. Не страшно назад смотреть. Да просто их водить кругами, короче. Он здесь не пробиваемый, да? Что он пытается сделать, блядь? Ой, я, кстати, полицейский участок, походу, приехал. Что-то 6 звезд не ощущается вообще. Где танки там? Где еще кто-то?
куда нам надо-то, ёпта? Я не понимаю, нам просто кругами надо ходить или чё? С горки хуярим. И, опа, заворот сюда. Будет плохо, если, конечно, надо было выехать на какой-то другой остров. Потому что я просто катаюсь от них. Не знаю, реально. Давайте на другой остров лучше выйдем. Я, кстати, не той дорогой поехал. Охуел, блядь. Нет, не надо. Ёбаный насрал. Теперь ждать будем, получается, 30 секунд. А чё, нам реально, типа, надо на тот остров? Ой-ой-ой-ой! Блядь, у меня этот хуярит. Сука, пидорас! Я сейчас сдохну из-за этого говна. Дерьмо, блять, ебаное. Все. Ну, я переехал. Просто надо было. Ой, все, блять, пиздец, чуть не провалил нахуй в конце с этим ебаным вертолетом. Все, уже на этом будем заканчивать. Эту хуйню поставлю в гараж. И все, наверное. Хотя не знаю зачем. Ну ладно. У Дон Лаву еще вроде одна, либо максимум две еще осталось миссии. Это на следующую серию. И мы заканчиваем Дон Лава. Потом там у Асуки пару миссий. И мы уже на третий остров полностью переходим. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, такой формат видео 17-15-16 вам больше нравится, чем 30-плюс-минутный. Так что и за это тоже лайк поставьте. Еще раз подпишитесь на канал. Хотя нет, вы отпишитесь, получается. Третий раз подпишитесь. И поставьте колокольчик. И по подсказкам переходите. Короче, всем. Всем удачи, всем пока.